Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Давненько я не был, не играл. Было очень много делов, работа плюс новогодние праздники. В общем, такая вот ерунда. Поэтому на этой неделе у нас топчика, к сожалению, ребят, не будет. Потому что я нахожусь в данный момент в Лиге Самураев 3 звезды. Как тебе такой расклад? А? Тебе нравится? Причем сейчас, в данный момент, на моих часах, 7 часов утра, уже понедельник, то есть сегодня откат. Совсем, ребят, расслабиться. Но на самом деле, сам понимаешь, да, праздники, готовка. У меня плюс еще я, грубо говоря, работал, да, ребят. У меня не было выходных. У меня выходной сейчас, но это уже, извини меня, понедельник. Вот. Короче, вот такая вот ерунда получилась. Ну, я думаю, ничего страшного в этом не произошло. Ну, не взяли мы с тобой топчик, ну и бог с ним. Как говорится, нам не впервой. Но зато на втором канале, ребята, выйдет очень много свеженьких, интересных видосиков. Так что заходи и смотри. Так, ну что у нас тут? Давай, наверное, этого завалим. Так, ну кто у нас там? Мундагека. Мундагека выпендривается, он начинает делать ускорение на свою команду. Но, как мы понимаем, это все бесполезно, так как здоровья у них мало. Ты гляди-ка, Донателло-то выжил. Я вот зашел, ребята, чтобы хотя бы попасть в Лигу Сёгунов, да? И плюс, ко всему прочему, здесь событие у нас, не забывай, какое. Черепашки-ниндзя. Это мое самое любимое испытание. Там мы с тобой фармим и кубки, хотел сказать, и жетоны. В общем, я уже об этом тебе говорил, по-моему, в понедельник или во вторник, когда мы там с тобой играли. Также я не смог взять топчик в ХКР-ке. 40 тысяч кубков, и все, ребята. Те два последних дня, когда я мог играть, я работал. И работал, причем в ночные смены. Просто, ребят, приходил с работы, ложился спать, просыпался, шел на работу. В общем, вот как-то вот так две смены эти меня выбили из колеи. Так, ну что, попробуем маузерами хорошечно звездануть по нашим противникам. И да, кстати, ребята, всех с наступившим Новым годом. И спасибо вам за ваши поздравления и теплые слова. Так, ну что у нас тут? Ну, давай, наверное, сделаем массовую атаку. Да? Да, вот. Ничего больше не надо, только массовые атаки. Так, ну что же, мы продвигаемся дальше и, наверное, берем... Да, мы берем с тобой Сёгун. Но хотелось бы попасть в Сёгун 3 звезды, в чем я очень сильно сомневаюсь. Прям вот сомневаюсь, ужас как. Ну, во-первых, ребята, очень медленный будет буст, это раз. Очень медленный. Потому что уже все, уже, как уже неоднократно говорил, все заняли свои ячейки, все сидят в своих нишах и не рыпаются никуда. А те, кто начинает с низов, да, начиная именно от Лиги Самураев подниматься, элементарно не хватит либо откатов, да, либо персонажей. Тут одно из двух. Но, в принципе, я понимал, что такое будет, и поэтому хочу просто подняться хотя бы до Лиги Сёгунов. Ну, две звезды, и я буду спокоен. Да, я не получу топовый, как говорится, топовую награду, то есть это 75 платиновых осколков, ну и тому подобное, да? Ну и что? Ну не получу, ребят, ну что, я корову проиграл? Нет, конечно же. Сейчас не взял, потом заберу. Тем более у нас, извини меня, еще есть кого прокачивать, так что платиновые осколки никуда от нас не убегут. А то мы с тобой все скоро соберем, и дальше нам будет нечего делать. Так, какой... 73-я позиция. Ну что-то вообще медленное, ребята, идет у нас. Очень медленно прогресс. И я смотрю, они мне 15-20 даже и не думают давать. Они на 15-19 просто зависли и сказали: нарай тебе подачку, сиди. Ну, нифига. Ладно, ладно. Я возьму тогда зэка. Так, Рэнк, ты подожди пока маленько. Да тут зэка одного хватит. Он сейчас хлопнет просто своей бомбочкой и все. У них какой уровень? 51-48. Ну, даже если он их всех не ушатает бомбочкой, то я думаю, что ребятки мои остальные-то добьют их. Так ведь будет? Шикарно. Здесь, наверное, все-таки надо бомбануть по Мондагека, чтобы он не ускорял. И дальше, наверное, просто запульнем осколками от экрана. Так, ты посмотри, а? Этот бибоп-кабан свинотный падать не хочет.
Ну, я могу представить, он же кабан, он же жиробас. Его жир пока пробьешь, быстрее ты... Что это такое? Куда это я нажал? Быстрее мы выдохнемся, да, чем его пробьем. Вот про это, ребята, черепашья буря. Мои любимые испытания. Так, ну что у нас там? Ранг 61, да? То есть после вот этого поединка у нас, получается, будет... Так, тут Микеланджело на меня смотрит хитрым взглядом, да? Типа, ага, Рэйчик попался, сейчас я тебе покажу, где раки зимуют. Но я не боюсь. Я не боюсь, ребят, потому что у него 51 уровень. Если Баксер Стокман сейчас сходит с первым, а он сходит первым, то он, по идее, должен упасть. Они все упали. Ну, не ожидал я, конечно, если честно, что все упадут. Ну, я знал, что Майки точно упадет, потому что по нему, помимо прочего, да, шел усиленный урон. То есть у него была слабость к нашему классу, поэтому распетрушили только шорох. Ну что, я беру здесь Донателло. Кожеголова, куда ты лезешь все, а? Все куда-то бежит, сломя голову. Здесь, я думаю, что тоже будет достаточно Донателло с его сюрикенами, чтобы этих ребят отправить, как говорится, в Поднебесную. Упс, немножко просчитался, но это не беда. Это не беда. Почему? Потому что, ребят, мы хоть на сколько-то уровней все равно превышаем нашего противника. У него 53-й, а у нас 56-й. Слушай, ну мы, наверное, с тобой зайдем все-таки в Лигу Сёгунов 2 звездочки. Но одно дело зайти, а другое дело, чтобы до 5 часов удержаться на этом месте. Вот она, в чем фишка-то вся. Так что нам, если мы берем с тобой Лигу Сёгунов 2 звезды, то ранг должен быть не меньше хотя бы 70. В идеале вообще лучше 50. Ну, пишите, друзья мои, как провели Новый год. Кому что, не, кому что подарили. Не, ну если кому-то что-то подарили такое супер-пупер, знаешь, там машину или набор там, я не знаю, горнолыжный набор, да, для спуска с гор. Прикольные, прикольные, ребят, подарки бывают порой неожиданные, да, от родителей. Ну, так как я сам уже родитель, мне как бы уже ничего не дарят, ребята, да. Вот, но я дарю по-прежнему. Малу-помалу, но, ребят, дарим подарки. Кто-то спрашивал у меня в комментариях: Рэй, у тебя есть семья? Да, ребята, я отвечаю, у меня была семья. Ну, как была? Сейчас я в разводе. У меня была жена и трое детей. Две девочки и пацан. Девчонки уже взрослые, они уже учатся. Ну, я имею в виду учатся в колледже, или как он там называется-то? Технарь, ну, институт, ё-моё. Вот, в другом городе. А малой пока с мамой. Он еще пока ходит в школу. Какой у него там класс, получается, 4-й. Вот. Так что вот такие пироги. Раз, два, три, четыре. Посмотрим сейчас, что у нас сделает Макман. Ну что он сделал? Он бросит свою эту штуку. Я думаю, что уложит парочку-то. Оу! Макман, ты красавчик. Какой там парочку? Он просто взял всех, уложил. Слушай, как хорошо идем, смотри. Как бы начали уже набирать разгон. Правда, у нас сейчас уже противники. Не противники, а наши персонажи сейчас закончатся. Ну что ты, давай мне 15-20. Не хотит. А ведь было. Ведь было, друзья мои. Было и вот. 15-20. Отлично. И к тому же команда вроде бы неплохая. Возьмем тогда так. Рафаэлечка. Возьму, наверное, Паукуса. И с ними вместе пойдут вот эти вот два хлопца. Получается, мы с тобой сейчас сделаем уклонение Микеланджело. Потом Рафаэля сразу же ставим в провокацию. И, в принципе, все. Там уже пойдет разнос по полной. Так, Паукус у меня, оказывается, быстрее ходит, чем Рафаэль. Я все никак не могу к этому привыкнуть. Несмотря на то, что у нас Паукус, он всего лишь 70 уровня. Давай, наверное, сделаем танцы-шманцы, как говорится. Ускорим нашу... Нет, мы не ускорим, мы усилим нашу команду.
А вот Мондо Гекко как раз-то ускоряет свою команду. Так, а если мы сделаем гидрант? Минус двоечка. Так, Лео пошел в отхил. Ай, зря ты это, Донни, делаешь. Непутевая твоя садовая голова. Так, Мондо Гекко тоже лежит. И плевком его, плевком. Все. И Леонардо, как ты видишь, тоже у нас отдуплился. Ну что, переходим с тобой на Лигу Сёгунов. Две звездочки. 93-я позиция. Ну, что зависло? 15-20. Ну, давай я возьму вот этих, наверное, ребят. Слэш, слэш. И раз, два, три, четыре. Вот сейчас, кстати, будет истинная проверка слэша. Насколько он хорошо будет бомбить на сотом уровне. Мы его тогда еще не тестили. Нет, ребят. Ну, вот что ни говори, но не может он победить 52 уровней. Сотый уровень бойца не может победить 52-х. Ну это что? Ну это смешно, друзья. Ну это очень смешно. Это прям, ну, блин, обхохочешься. На 50 уровней, ровно наполовину он их мощнее должен быть. И он, видишь, он сдувается. Да, это обидно, конечно, когда такое происходит. Но ничего я с этим, к сожалению, поделать не могу. Я не могу ему придать сил, понимаешь? Нет, силы ему могут придать только наши бойцы, но опять же, это же нужно бафать. А как нам его бафать, если он, например, ходит одним из первых? Естественно, бафать он уже будет после того, как сходят мои слабые персонажи. Так что тут не вариант. Так, 72-я позиция. Ровно 10 ступенек, я смотрю, мы там пролетели. Так, 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 ну давай возьмем 15-20. Уровень здесь уже 56-й. Это в данный момент на Микеланджело. А 56-й у нас Супер Шреддер соточка. Ну, мне кажется, тут сейчас всех гасанет. Он должен гасануть. Да. И видосика, скорее всего, ребята, выйдет сразу два. То есть, получится, этот видос выйдет. И в понедельник, ну, который будет бустом. Но я не уверен, что я проснусь именно к началу. Потому что я уже на работе не спал, да? То есть, получается, у меня полтора суток я не сплю. Если я сейчас рухну, я бы, ребят, вообще как бы этот понедельник полностью не проспал. Такое тоже может быть. Я не знаю, я пришел с работы, и мне не спится, прикинь. Вообще не могу уснуть. Я лежу, что-то ерзаю, к родителям сходил, салатиков поел, там это все, тры-пыры, и не могу уснуть. Вот сейчас вроде стал, когда записывать, такое, знаешь, легкая-легкая усталость. Глазки такие закрываются. Ну, чувствую, что да. После, наверное, этого видосика я пойду кимарну. Нет, кимарну — это мягко сказано. Жестко посплю, вот так вот. А потом все, ребят, как в обычном режиме, на выходном будем играть. Опять же, мне надо допройти на втором канале две игры, которые у меня зависли в данный момент. Это «Солдаты» и про Бабу-Ягу. Dark Tale, «Черные хвосты». Вот. Надо пройти, потому что... И тут подумал, наверное, мы еще этот зацепим. Зельевара. Зельевара, и также мне намекнули, что... Я и забыл, ребят, что гробовщик-то у меня же не пройден. Там же вышло у нас... в середине года обновление же было. И я все его хотел поиграть, и как-то из головы все это у меня вылетало. И тут напомнили мне просто в комментариях. Рэй, типа, ты же... не допрошел. И знаешь, в чем проблема? Я не знаю, куда его выкладывать. На первом канале он особо, как тебе сказать, не пользуется популярностью, эта игра, да? Вот. Но в то же время у меня там очень много видосов именно снято на первом канале. Как его перенести на второй, я не знаю, и стоит ли? Вот этот вопрос. Неужели сейчас завалят, а? Фу. Я уж немножко шуганулся. Думал, что все, сейчас они мне... змею карай повесят. Но нет, все отлично, ребят, все хорошо получилось. И на этом у нас арена заканчивается, потому что больше бойцов нету. Ну, смотри, Лига Сёгунов 2 звезды, 41 позиция. То есть это наша будет конечная точка. То есть мы уже, когда будет откат, будем на этом месте. Так, ну что же, давай посмотрим. Сразиться, серия испытаний. Наша любимая серия испытаний. Давайте быстренько ее просто вот пулей пролетим.
Потом поищем предметы, опять же, на прокачку наших маузеров. И черепашки, ниндзя, другое измерение. Обязательно надо будет пройти. Проходится обычно. Так, нет. Твою налево, ребята, вы посмотрите, просто что происходит. Я таким темпом могу доиграться. У меня, если зэк, ребята, рухнет, то есть если его гасанут, это будет жесть. Я знаю, что маузеры, они могут это сделать. Давай валуном. Нет, не вздумай. Хух, Лео, ты просто молодец. А чё так мало хильнул-то, эй? Лео, ну... Ты видел, сколько он хильнул нашего зэка? По мизеру вообще. Ну, просто как вот издевается надо мной. Так, ну что, мы пойдем с тобой к нашим маузерам. Так, вот они, кролики наши. Во-первых, поднимем уровень до 66-го, да, это раз. И начнем. 6 вот этих нам нужно найти, наушников. Так, вначале давай здесь найдем, попробуем. 6, да, нужно? Так, уже 5. Уже 5. По-прежнему 5 наушников нужно найти. Так, 4. 3. Сокращаем поиск. 3, это получается 2, да? Один и последний. Последние наушники. Какая зеленая колба? Мне твоя зеленая колба не нужна и даром. Вот, вот, шикарно, ребят. Ага, прокачиваем. Как же, не прокачаем. Не хватает мутагена. Так, ну вот здесь. А здесь мутагена не дают, здесь дают нам опыт. Ну что, поехали. $60, как говорится, мы здесь заработаем. И... Так, уберем. Мы заработаем здесь $60. Ну да, наверное, это самая главная награда. $60, больше пока ничего. А уже на... Зачем ты так делаешь, Шредер, а? А вот на следующих битвах там уже жетоны, по-моему, будут, да? Здесь доллары, там жетоны. И последнее, по-моему, будет половина долларов и что-то там с жетоном связано. Так, ну, как ты понимаешь, мои бойцы. Ну, хрен. Ну, ты издеваешься, ну, зачем ты вот на одного тратишь свой супер, да? Ну, он один же, ё-моё, ну, один он. Нет, вот ему надо обязательно потратить. Вот так вот я еще понимаю, ребят. Когда ты только зашел, когда они все целенькие, здоровенькие, тогда да. Будь добр, залепи им массовую атаку. Но когда ты приходишь, там один вшивенький как-то бегает, и ты на него тратишь ульту. Ну вот здесь вот, извините, ребята, этого я не пойму. И почему он так делает, я этого тоже не понимаю. Это уже неоднократно происходит. Так, хоба. Не, ну Крису хорошо досталось сейчас, а от Лео. Вообще вот этот вот удар, который мечом сверху вниз бьет, он очень крепкий. Так, ну что у нас тут? У нас тут, ребят, 75 жетонов, 15 баксов. 75 жетонов. Ты скажешь, это мало. Я тебе скажу, да, это мало. Но само событие прикольное, ребят. 75 жетонов, плюс у нас там было сколько-то накоплено. По-моему, соточка, да, или около того. То есть, и плюс 75, это будет, ну, почти 2 соточки жетонов. А нам надо 500, да? Пит и Рохвелл еще не скоро появятся по прокачке у нас. А вот этот, это зачем делать? Ой, Крэнк, ну ты тупишь. Зачем он это? Это, ребята, усиление на атаку идет. Вот то, что он сейчас сделал. Так, Крис Брэдфорд, я смотрю, взял контратаку. Ну? Ага, вот они все с контратаками. Ой, зря ты это делаешь. И остается Леонардо. Ребята, опасно. Так, тихо.
У нас у Криса Брэдфорда очень мало здоровья. От слова совсем мало. И как, скажи ко мне на милость, фух, я ж, ребят, я ж пропотел, ё-моё. Потника дал, будь здоров. И дрить мокрить. Я за Криса Брэдфорда что-то так стал переживать. Думал, сейчас, не дай боже, кто-то по нему звезданет. Все, хана мандрыга, полетит он во свояси. Но все удачно получилось. Это потому что, ребята, они боты, они тупят. Автобой тупит, на самом деле. Очень сильно тупит. Ну, он не должен так делать. Здесь я, наверное, сделаю, знаешь что? Здесь я, наверное, поставлю на всякий случай отхил заранее, чтобы у нас персонажи все время были захилены. Так как здесь враги довольно слабенькие, можно такими супер, ну, массовыми атаками, но не самыми мощными. Так, нужно Донни. Донни, ребята, нужно сжечь сразу же, потому что он тут начнет хиляться. Блин, Лео, ты издеваешься, что ли? Я уже начал пожинать лавры, а он не падает. Это только вторая волна. Их тут 6. 6 волн. Давай я, наверное, возьму все-таки защиту. Хотя она у нас есть. Зачем я ее взял? Поехали. Надо было майки валить. Оу, я тупанул, ребят. Если сейчас майки не завалим, будут неприятности у нас. А завалить мы его вряд ли сможем. 80 уровень. Да ладно. Прикинь, по красоте просто расписали Микеланджело. Даже для меня это нежданчик был. Так, их тут четверо, да? Их тут четверо. Давай-ка попробуем, может, контратака на кого повесится? Контратака повесилась только лишь на Бакстера Стокмана. Так, минус Рафаэль. Микеланджело усиливает свою команду. Лео под усилением бомбит. И очень, кстати, очень жестко, ребят, пробивает. Но выручает нас только сейчас в данный момент одно. Это хил от Супер Шреддера. Чё? Это чё сейчас было? Эй, парниша, с какого ты перепуга не попал по нему? Ну, извините, ребят, я умываю руки. Я бомбанул и не попал по нему. Блин, опять Крис Брэдфорд у нас здесь отстающее звено. Отстающее звено, потому что, ребят, очень мало у него ХП. В отличие от остальных. Ну что, давай попробуем, наверное, так рубануть. И добивка. Хоба, хоба. Нет, тогда вот так вот сделаем. И это была четвертая волна. Остается две последние волны. Лишь бы они по инициативе, ребята, не лезли на рожон. Давай ракетами. Последний у нас был черепашки-ниндзя космос, да? Блин, друзья, по-моему... По-моему, не получится. Ну, здесь в любом случае Криса, скорее всего, ребят, завалят. Ну, на 3 звезды не пройдем, но что я могу сделать, ребят? Ну, не пройдем на 3 звезды, ну. Судьба такова, значит. Так, постепенный урон. Кто же тут из них живучий всех? Я не знаю даже, ребят, может, Рафаэля бомбануть надо. Ать, вот и все, и минус. Блин, тебе повезло, парень. Тебе, ты родился, Крис Брэдфорд. Ты в рубашке, ты, я не знаю, в рубашке, в носках, в брюках. Ты просто уже родился такой. Ты просто чертов везунчик. Офигеть, ребята, я не ожидал. Честно скажу, я не ожидал, что ему так фартанет. Фух, да. Ну что, у нас еще немножко сыра есть, поэтому давай попробуем здесь вытянуть Пита. Я не уверен, конечно, что мы его вытянем. Но тем не менее, я все... Опа! Опачки, вот это, да, вот это, ребят, называется фортуна на моей стороне. Так, а где у нас? Вот, вот здесь вот, да? Ну что, поехали. Радарные маяки какие-то тут выпадают. Макмен, который мне не нужен вообще. Осколки, да и все. Все, ребят, пицца, гейм овер.
Блин, этот же еще эпизод был. Ладно, уже не успею, ребят, пройти. Так, мутагена 10 тысяч, поэтому давай-ка мы прокачаем скилл нашим кроликам. До 5 ступени. На 6 ступень 18 книг, 20 комиксов. Ну, 10 в данный момент комиксов, но все равно это очень много. Ну что, дорогие друзья, на этом я сегодня буду закругляться. Сегодня еще увидимся. Позже, вечером. Так что, всем удачи и до новых скорых видосиков.